пашного боя. И поскольку у нас в университете проходят секции японской культуры, японского рукопашного боя, вот это мероприятие было решено провести у нас. Впервые в Россию приехали мастера из Всемирной Федерации боевых искусств. Ее председатель Кунио Ичигуро орден атамана Платова из рук генерала-лейтенанта казачьих войск Алексея Зимина. А представители немецкой делегации исполнили для гостей городского поселения Октябрьский провела серию рукопашных боев против команды из Германии. Также прошли показательные выступления по айкидо. Японская делегация оценила мастерство как русских, так и немецких ребят. Они воодушевлены и во всем мире примерно одинаково дерутся такого возраста подростки. Как бы и рыбу разнообразную
семинары. Наталья Григорьева, Александр